сегодня, в этот праздничный день. Давайте обратимся еще раз к Слову Божьему, прочитая из Евангелия от Луки, из 2 главы, 10 и 11 стихи. «И сказал им ангел», то есть пастухам, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». В Иисусе несметные блага, спасение от адского плена. О Христе проповедовал ангел пастухам на полях Вифлеема. Он сказал им сначала: «Не бойтесь ни болезни, ни смерти, ни бедствий. Вам оказана высшая почесть повидаться с Владыкой Небесным». Много в мире научных гипотез объяснял пастухам небожитель. «Потому только Господа бойтесь и рожденному в яслях служите. Я принес вам великую радость. Принимайте спасение верой в Иисусе Христе многогранность бриллиантовых благословений. Во Христе совершенная радость, адресованная всем людям. Ваша жизнь, невзирая на краткость, достоянием вечности будет». Говорится в Писании ясно, что, пройдя через скорби горнила, сей младенец, родившийся в яслях, будет вскоре спасителем мира. Кончил проповедь ангел, и свыше прилетел дивный хор херувимов и запел: «Слава Господу Вышних», прославляя Спасителя имя. «Поспешим в Вифлеем и посмотрим, пастухи между собой решили, и пошли шагом твердым и бодрым в Вифлеемские ясли к Мессии». Слава Господу! Аминь.